Я написал свою работу о Мриджа Купе Дуратове в 1992 году. Мне тогда было 24-5 лет. Мриджа Купе Дуратову, когда он написал сборник стихотворения «Оян Казак», тоже было 22-3-4 года. И я был поражен, что молодой человек в начале 20 века так серьезно думал о своем народе, так серьезно интересовался положением не только Казахстана, но и России, и мира. Я думаю, что он наряду с другими талантливыми казахскими интеллигентами начала 20 века был большим феноменом. Он проявил очень большую мудрость и энергично работал для просвещения своего народа. И как его дочь Гүлнара Апай всегда подчеркивала, Мриджа Купе Дуратов был очень честным человеком, снисходительным человеком. Он писал, что у него не было высокого образования и хотел посвятить себя для народа. Я думаю, что мы, сегодняшние люди, могут научиться многому от него, от его мудрости, преданности и энергии.